Добрый день! Сегодня День Победы, и в этот день мы особенно хотим, чтобы память людей, отдавших свои жизни за нашу Родину, ничем не оскорблялась, чтобы не было всевозможных домыслов и подтасовки фактов. Именно по этой причине ряд сайтов, электронных СМИ сегодня не работает. И это снова сделали мы, сетевые хомячки. Надеюсь, что настоящие патриоты нашей Родины нас поддержат. С праздником вас!